смене мальчишки и девчонки не только профориентируются, развивают лидерские качества и тренируются, но и весело отдыхают. Теплое море, солнце, чистый пляж. Еще не все преимущества местонахождения центра. На нашем пляже каждый найдет развлечение по душе. Надувные горки с водой и батут, настольный теннис, мокрый футбол и пляжный волейбол. У нас тут много развлечений, также тут есть батут и водный спорт, нам, в общем-то, все очень нравится. Да, у меня очень положительные впечатления, потому что мы большие девочки, пошли прыгать на батут для маленьких, но это не важно. Потом мы катались с горки, это было очень весело, и мы играли в футбол, там водичка теплая. Да. Мне очень сделали нравится. Много фотографий, много впечатлений, позитивных эмоций. В этой игре нет правил. Хочешь пинай, хочешь кидай, а можешь даже попробовать занырнуть, если получится. Сухим ты точно не останешься. А кто с мячом играть не хочет, может прокатиться с водной горки. Мне очень понравилось здесь скатываться, очень весело. Не ожидала, что так будет. Ну, как бы горка, и горка стоит, ну, как для маленьких. Когда начали кататься, понравилось. Ну, теперь не хочется уходить. Хотите вдоволь напрыгаться и насмеяться? Вам на батут. Было очень интересно кататься с горки. Ну, скатываешься с горки, подпрыгиваешь, потом окна еще с головой. Это было весело. Там были длинные очереди всегда. На батуте, несмотря на то, что мне 16 лет, было интересно кататься, ну, прыгать на батуте с девочками, вот, и мы еще шутили по этому поводу. Свою популярность волейбол не теряет даже на летнем отдыхе. После всех спортивных игр самое время искупаться. Водные процедуры смелости принимают два раза в день, утром и вечером. Сочетание отдыха с образовательными программами позволяет мальчишкам и девчонкам провести летние каникулы интересно и познавательно.